Всем привет, дорогие друзья, с вами Радужный Гном. Мухаммед, всем привет. Злой дед, всем привет. Итак, Мухаммед просто хач. Да, очки, красные мокасины, ну-ка зацени. Зацени свои мокасинки. Мокасинки? О май гад. Дорогие друзья, поглядит на его стильные красные мокасины. Сейчас как там? Народный танец мой. Это жесть. Так, окей. Знаешь, я еще могу назад так идти. Так, всем привет, рыцарик. Окей, овального стола. Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Итак, в прошлой серии мы построили огромный забор. Там Мухаммед мне кричит: покажи ферму. Сейчас покажу, конечно. Ой-ой-ой, что такое? Окей. Что такое? Меня что-то за этого заштырило. Так, вот здесь он сделал огромный склад. Вы поглядите только, а? Бесконечный, автоматический. О, бесконечный автоматический склад ресурсов. Круто. Ё-моё. И сейчас... Блин. Походу у него... Ты этого не видел. Походу у него фейл. Что пошло не по плану. Что-то пошло не так. Хьюстон, у нас проблемы. Да, точно. И теперь Мухаммед хочет сделать автоматическую ферму. Но пока что я вижу, что на этой ферме растет только трава. Трава и этот камыш. Да, и камыш. Так, ну теперь я пойду покажу зрителям, что мы сделали в прошлой серии. Давай, иди. Так. Кстати, в позапрошлой серии друзья достроили вот этот вот громадный замок, в котором теперь мы будем все поселиться и прорабатывать, развивать моды. Также они пооткрывали очень много миров, как вы видите, с Divine RPG. И построили громаднейшую защитную стену. Видео в таймлапсе, которое вы сможете также увидеть на сайте. На канале. На канале, да. На канале, извиняюсь. И я изучил дальше Таумкрафт. Также изучил волшебные магические блоки, которые не пропускают зверей. Ага. Фак фейл! Пропустил, сука! Ты тварь, ты ведь... Извиняюсь, дорогие друзья. Почему они пропустили этого урода? Я не понял. Почему они оборотня пропустили? В чем проблема? Как так? Сдохни, мразь. Лёха, отойди. Злой дед, отойди. Я его так завалю. Все. Вот это да. Да, к сожалению, это был фейл насчет блоков, конечно, но с этим надо поработать, все точно разузнать, почему так получилось, почему они пропустили его. Может, их надо дальше поставить в данный момент. Угу. Лёха, у меня к тебе вопрос. Да. Не к тому Лёхе, к другому Лёхе. Окей. Чё, ну ты опять отошел, что ли? Я не знаю, он вроде как здесь, возле меня стоит, но походу АФК. Как всегда, вот серия и... Да. Что за человек, я не пойму. Ну что ж поделаешь, такой человек. Так, да, он стоит в АФК. Ну окей. Кошмар какой, а. Также, дорогие друзья, я в позапрошлой серии... Извиняюсь, то, что сразу не показал. В позапрошлой серии изуч... Ай-я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 й, привидение! С моторчиком? Да, и оно меня грохнуло. Подожгло и грохнуло. Ну ладно.
Ты погляди, никак не дают рассказать, вообще ужас. Негодяи. Да, обормоты, партизаны, сволочи. Так, 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 так. В прошлой серии я также дальше изучил адскую печку. Кстати, где она? Да, изучил адскую печку, меха. Она сейчас полностью в работе, я уже ее скрафтил. Изучил банки с мозгами, чем сегодня хочу заняться, если получится. Злой дед, купи мопед. Хрен ли ты, куда ты отошел там? Я в печке. В печке? Поговори. А почему ты был в АФК? Я не был. Как не был? Ты стоял возле... А чё ты нам не сказал? Да, и чё ты молчал? Да, чё ты молчал? Молчание. Молчание ягнят, ё-моё. Вот. Вот как, что и требовалось доказать. Сейчас, в данный момент, мобы не могут пройти через этот, эту невидимую магическую стену. Магическую? Главное, воображение! Да-да-да-да, главное поверить, что здесь что-то есть, да? Главное, воображение! Да они все деваются, погоди, у меня что-то... Кстати, надо... и мы еще в свою сборочку дополнили... такой мод, помогающий, как крафт гайд. Да, он добавляет книжечку, которая показывает все рецепты крафта в Майнкрафте, в ванильном, естественно. Но он добавляет некоторые еще моды, например, как Вичери, Ботания. К сожалению, в том крафте не все показываются крафты, к сожалению. И сейчас мы ее попробуем скрафтить. Если не ошибаюсь, она, по-моему, делается вот так вот. Только что я ее делал, и сам такой, если я не ошибаюсь. Нет, я ее не только что делал, я ее делал уже давно, и я забыл даже как. Вот, вот так вот, все. Выглядит она вот так, такой у нее интерфейс, его можно делать больше-меньше, то бишь расширять там. Что там такое? А, это Леха тут. Ощущение, если я буду там как-то назвать, шмыгать носом, я просто болею, я стараюсь заглушаться. Да, дорогие друзья, к несчастью, Мухаммед прихворал. Ну, будем надеяться на лучшее. Да. Арбуз просто тухлый, кажется, съел. И, короче, все, кашель, сопли, температура. Мокасины просто надо носить с мехом, блин. Да, волшебные мокасины, точно. Зимний вариант. Да. Так, и сейчас надо нам еще разбить ресурсиков. Зачарил кирку на удачу, на добычу точнее. Посмотрим, что она нам скажет, сколько она нам даст шардиков. Так. Есть, о, 34, неплохо. Ну-ка, с 12 блоков. Алло, люди, где все? Я здесь, я просто кашляю. Угу, я понял. Такие вот временные трудности у Мухаммеда. Да это не трудность, это... Блин, 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 блин. Злой дед, закрой, пожалуйста, да, вот эту вот тему. Просто кирка такая мощная, что она ломает все и вся. Кстати, кирка у нас на 60... на 40 тысяч было использований. Плюс еще зачарил ее на удачу. Так, и поехали. Если не ошибаюсь, это, по-моему, кристаллы порядка, да, они называются? Да, кристалл порядка. Лёх, ну а ты что расскажешь-то? Ты чем думаешь заниматься? В принципе, угу, ясно.
Что-то сегодня вообще никто не настроен разговаривать, я вижу. Окей. Где их? Мухаммед. Мухаммед, ты где? Мухаммед, я так думаю, то, что он отошел. Блин, ну это кирка просто чудо, слушай. Абру-кадабру я не умею читать. Ну, примерно догадываюсь, что ты пишешь. Так. Лёх, ну расскажи хотя бы, что ты видел в тех мирах, что там такого грандиозного. Поговори, пожалуйста, погромче. Пошли сходим и посмотрим заодно. Ну я сейчас в данный момент не могу сходить, ты пойди сам сходи и просто что-то там расскажи, чё почём, кто там есть, как там дела вообще у них. Эти миры Аркана называются, да? Ой, честно говоря, Аркана? Ну, я не знаю. Не знаю. Я в Divine RPG полный ноль, так что... Так, 5-й левел. Это у нас тут спальня. Так. Вроде бы все идет по плану. Ну и что там, Лёх? Просто Divine RPG добавляет кучу мобов. Несколько миров, сколько их? 8 или 7? Да нет, их, наверное, порядка вообще 9, наверное, миров, я так думаю. Потому что вы открыли и то не все миры. Там еще же дополнительные какие-то есть, если мне не изменяет память. Лабиринт, который последний, и портал тот, что не запускался. Вот, кстати, да, дорогие друзья, пацаны построили предпоследний портал, и он почему-то активировался на там буквально на доли секунды. И сразу же газ. Мы не могли в него войти. Поэтому на этом, скорее всего, Divine RPG заканчивает свое существование. Ну, то бишь, развитие сюжета в нем дальше не будет. Будем продвигать дальше моды Tomcraft, Botania, Witchery, Blood Magic. Мухаммед, что расскажешь ты? Шесик. Угу, окей. Так. Так, а что я еще хотел сделать? Я уже не помню. Что я хотел скрафтить, а? Вы мне не напомните? А, вот, дорогие друзья, я еще изучил мозг в банке. Сделал его крафт. Все, мозг в банке изучен. Теперь можно приступить. Как он там крафтится? Нужен мозг, 2 паучьих глаза, банка и ведро воды. Угу. Так, нестабильность средняя, господи, так он делается в тигеле, что ли? Нужна обычная банка, которая крафтится из стеклянных панелей и обычной плиты. Окей. Так, где-то у нас были плиты, это я точно помню. Ну что я могу сказать? Я сейчас так кашлянул, что не знаю, мне, наверное, там все с кровью вылетело кошмарно. Господи. Ну не с кровью, а не я... знаю, горло, наверное, поцарапал себе. Не рассказывай таких страстей. Не рассказывай, пожалуйста, таких страстей зрителям. Не то чтобы с кровью, а просто чисто больно, я преувеличил. Я понял. Так, теперь надо будет мне сейчас жарить. Песочек, стекло. Опять, сука. Дорогие друзья, не обращайте внимания, в этой серии
последующих... Я стрелюсь от этого кашля. В этой серии, последующих, я думаю, 5 сериях, а может и больше, будут такие вот возгласы со стороны Мухаммеда. Я его прекрасно понимаю. Ну что ж поделаешь. Грёбаная ферма, она не хочет работать. Пожелаем ему выздороветь. Спасибо. А она не хочет работать? Почему? Ну, блин, некрасивая вот и не хочет работать. Почему? А. Я понял. Такая изысканная шутка со стороны Мухаммеда получилась. Очень изысканная. Да. Изысканнее некуда. Да. Так, ну а мы пока что попробуем сделать... Слушай, Мухаммед, у нас есть паучьи глаза? Погоди. Мне кажется, в ферме кобздец полный нас там. Мне кажется, там что-то зацепило внутри. Да? Сейчас окей. Сантехник, электрик, Мухаммед идет спасать. Ёпта! Капец, моей ферме! Затопило! Затопило? Дорогие друзья, у нас Мухаммед в нескольких лицах, сантехник, кто там еще, электрик, строитель, ну по прошлому видео вы уже в этом убедились, как он подстроил мне башню, за это ему отдельное спасибо. А, вот эту, господи, что здесь, фигня на постном масле. Что здесь? Всего-то пару стаков этой... смыло, как его, красной пыли и все. А, ну так это не страшно. Ну блин, ее ставить заколебешься больше. Согласен. Так, что-то я еще неправильно поставил, блин. Что-то я здесь репитер туплю немного. Я представляешь, я забыл, как делаются панели стеклянные. Позор. Да. Так. Чувствую, я сегодня заснул. Что? С кашлем. А, если ну... через каждую минуту кашляю, то это, не знаю, не вариант. Да. Это похоже, у тебя будет сегодня всю ночная, да. У меня обычно так бывало. Эх, болезнь. Так. Панельки. Не, где я этот арбуз покупал? Я ему такую взбучку устроил, он мне, бля, будет все деньги, все мои маны отдавать мне, а? О, господи. Чё у тебя там с арбузом? Не так. Так, я ж ей говорю, я из-за него заболел. А-а-а, ты холодный арбуз хавал, да? Да вообще кошмар. Я... И ещё он невкусно пах. Как будто, не знаю, его там... попользовались этим арбузом в одном месте, а потом... О май гад. Слушай, у нас есть паучьи глаза? И, конечно, они вон за забором бегают, там их дохрена. Нет, уже готовые, выдранные, на живую причем. А, ну последний, который я видел, это муравей вот этот мелкий, спер его. Да, кстати, дорогие друзья, когда Мухаммед зачищал территорию вокруг забора, снаружи, он выкидывал ненужный дроп. И в это время... И муравей. Да, еврейские какие-то муравьи подбегали и реально уносили этот дроп, а то и хватали даже по 2 яблока с собой. Так что вот такие вот муравьи. Муравьи. Будьте аккуратнее. Осторожно. Мод Мукриечерс, я не знаю, его какой-то еврей создавал. О, тут даже аквариум можно скрафтить. Аквариум? Да. Во. Аквариум, но это, я так понимаю, фишбол, это смог речерса, наверное, аквариум. О, я сделаю обязательно. Даже, может, сейчас, когда освобожусь. Ну, он такой круглый получается. Ну и хорошо, поставим его в центр стола. Он здоровый, 2 на 2 или один блок? И, честно говоря, не знаю, но, по-моему, один блок он всего лишь. Блин, вот это, конечно, хреново, но... Ну, ничего страшного. Так, у меня 6 баночек. 6 баночек это маловато, конечно, надо бы побольше. Нужно больше банок! Да. Ее. Ага. Так, им нужно мне больше паучьих глаз. Кошмар. Срочно. Ну, это капец. Ты хочешь посмотреть, какой у меня крабздец просто такой творится? Что там у тебя такое?
У тебя там... Ёбаная версия 1.6.4, как она меня бесит, почему здесь все так плохо? У тебя бардак? Ты посмотри. Слушай, я нашел паучьи глаза. Нет, ты просто, ты можешь посмотреть сейчас, телепортнуться и просто посмотреть на это просто... Да я так приду, я лучше покажу дорогим друзьям, зрителям, что у нас тут вообще творится. Вот, кстати, домашний питомец циклоп, знакомьтесь. Короче, так. Я эту утку застрелил и одновременно кашлянул, прикинь. Ясно, чувак, ты там случайно не с подливой? Не с подливой. Так, о май гад! Ты видишь, да, вот это вот? Почему они не растекаются? А, знаешь что, чувак, почему они не растекаются? Я не знаю, почему они не растекаются. Это чё за херня вообще? Я не понимаю. Дорогие друзья, вы видели хоть раз такое? Что это за бред вообще полный? Ну-ка, может дело вот в этом? Я переделаю опять. Нет, даже не в этом дело. О май гад. Эй, ты чё там натворил? Я не знаю, что я натворил, там что-то сработало. Похоже, я поломал эту систему, друзья. Короче, всё. Я это сейчас буду все переделывать. Они заплатят за работу потом. Да. Оу. Начальника с намимина опять меня повесят туда. Весело было при строительстве башни, конечно. Я начал ходить рывками. Слушай, да у нас тут целый зверинец. Когда я начал ходить? Рывками ходить начал. А, ну да, подлагивает. Нет, я просто так это. Один раз, знаешь, так нажимаешь, точнее два раза жмешь, когда и он бывает рывками идет. Тык-тык-тык-тык. А, да, есть такое. Ну это без ла. Оу. Лёха пытается, короче, прыгнуть на циклопа, чтобы его лишить хотя бы одного хп. Но это ничего не дает, никаких эффектов. Но зря ты это сделал, злой дед, конечно. Они его не могут на портале достать. Так, ну я думаю, на этом пора серию заканчивать, потому что уже время довольно-таки прошло. Ну что, давайте прощаться. Злой дед. Всем пока. Купим опять. Итак, дорогие друзья, с вами был Радужный Гном, Мухаммед и Злой Дед. Всем пока-пока. Пока.